дорогие друзья! И сегодня я вам расскажу об инновационном и очень технологичном столе «Экспансия» от Айко. Этот стол нужен каждому. Я считаю, что даже не нужен, а необходим. Он просто идеален для тех, кто работает, учится, пишет и чем-то вообще либо занимается. Итак, самая первая и очень интересная его фишка, что есть здесь встроенная подзарядка для телефона. Моя основная проблема заключается в том, что я постоянно хожу с разряженным телефоном, что постоянно у меня нет зарядки, я ищу где-то розетки и бешусь. Здесь такого не будет. С этим столом таких проблем действительно нет, потому что вы просто берете телефон, ставите вот здесь на подзарядку, и в течение 2 часов у вас заряжается телефон до 100%. Я считаю, что это очень удобно, и что у вас всегда будет заряжен телефон. Вторая его очень интересная и классная фишка заключается в том, что здесь есть подогрев кружки. Возможно, не кружки, возможно, чего вы хотите, ложки, чашки, вообще супчика, если вы решили пообедать. Я, кстати, час назад очень технично украла у нашего оператора кружечку с чаем, и он остыл. И вот сейчас мы проверим, потому что говорить мы можем многое, а вот проверить и доказать. Кружечку. Оп. Мы нажимаем на кнопочку. И панель начинает нагреваться, и, соответственно, нагревается наша кружка. Дальше должно, наверное, показаться, что кружка стала горячей, да? Ну и, как говорил Тони Старк, если твоя техника не может подогреть кружку, то она просто бесполезна. Сейчас вот. Панель очень горячая, так что нужно быть аккуратнее. A few moments later. Ну, пока наша подогревается кружка, мне кажется, по-моему, уже все. Горячий чай. За 5 минут. Живой. Живая. Нормальный чай. Он был холодным, я его поставила, и он стал горячим. Вот это я понимаю инновации и технологии от Айко. Итак, сделаем его совсем очень горячим. А наше следующее преимущество этого стола – это то, что здесь есть встроенные колонки. Я просто обожаю слушать музыку и жить без нее не могу. А вместе с этим столом она будет играть у меня дома 24/7. Сейчас я покажу, как это работает. Вы берете свой телефон с подзарядочки, включаете Bluetooth. Сейчас мы это сделаем. Так, подключаемся. Подключились. И ставим музыку. Ну так, секундная пауза закончилась, музыкальная. Теперь ваша работа будет очень веселой, активной, энергичной. Никакое монотонное перелистывание бумажек или писанины. Вы будете наслаждаться процессом и слушать музыку благодаря столу. Я считаю, что это очень удобно, очень классно и очень... суперски же, да? А еще здесь есть шкафчики. Вам не видно? А, я вот вижу. Ну, с технологиями мы закончили, с его основными такими очень классными приколюхами. И переходим к из чего он сам состоит. А теперь поговорим о самом главном, о дизайне стола. Он достаточно минималистичен и по стилистике находится где-то между модерном и хай-теком. У него ровные линии и металлические элементы стола говорят о том, что он просто создан для целеустремленных, сильных и властных людей. Сам стол выполнен из российской стали, покрытой турецкой полимерной краской, что гарантирует долгую эксплуатацию данного стола. А столешница стола выполнена из инновационного синхро-МДФ. Это современный экологичный материал, который предназначен для дизайна интерьера.
Синхронная обработка поверхности плит серии Synchro позволяет создавать неповторимый и реалистичный вид древесных и каменных пород, соответствующий глубиной текстур. Обе стороны Synchro MDMF имеют синхронные тиснения, что делает фасады уникальными, а общий внешний вид неповторимыми. Ну, а бетонный цвет стола идеально может вписаться как в уютную квартирку в стиле лофт, так и в офисный кабинет. Но самое время знакомиться с нашими следующими двумя красавчиками. Это рабочий стол Практик и Микки 2. Он идеально подойдет для детей и подростков, чтобы, например, делать домашние задания, заниматься своими делами или сидеть за компьютером. У него оптимальная высота, достаточно большая рабочая поверхность. Здесь есть дополнительные шкафчики, чтобы сложить туда принадлежности или какие-нибудь вещи. Сама столешница выполнена из ЛДСП. Здесь российская сталь, покрытая турецкой полимерной краской, которая обеспечивает долгий срок эксплуатации. Очень удобный и практичный стол, который впишется в детскую или рабочую зону. Вот. Дерево, сталь, красиво, практично, удобно, классно, мне нравится, можно еще и сесть. Он выдерживает, ну 53 килограмма он точно выдерживает. Ну и наш последний красавчик, это рабочий стол Medium. Он обладает такими же характеристиками, как и наши предыдущие столы, но мне кажется, что именно за ним приходит какое-то необыкновенное чувство. Возможно, это вдохновение или даже муза. Поэтому приобретайте для своих детей. Возможно, за ним он станет лучше учиться. Нет, ну а что вдруг случится такое? В общем, все, дорогие друзья, я искренне надеюсь, что вам понравился этот выпуск. Вы поставите лайк, подпишитесь на канал, нажмете на колокольчик, потому что, ну, я так стараюсь, честное слово, столько раз перезаписываем иногда. Вот, поэтому всех люблю, обнимаю, целую и до новых встреч. Пока-пока.